Солнышко, Санта ты мой дорогой, ты посмотри, какие гости-то у меня все нарядные в зале. Давайте поаплодируем всем. Тебя ждали, нарядились все. Красота-то какая. Но ты же у нас волшебник. Ну да. А мешок у тебя волшебный? Волшебный. И волшебства полным-полно? Очень много. И же прям вот каждого гостя волшебного превратить можешь, да? Постараемся. Ну что, друзья, мы поможем дедушке, старику-то моему, всех гостей волшебных превратить? Мне нужна ваша помощь. Нужно много-много гостей, чтобы они все ко мне сюда вот на танцпол вышли, чтобы мы деда-то моего старого порадовали, шотландца. Он из самой Шотландии к вам ехал. Давайте его порадуем. Мне нужны помощники, помощницы. Давайте выходите ко мне от каждого стола по два человека. Давайте вот так увеличиваем. Выходим ко мне сюда. Уйди там, Олег. Выходим все самые смелые, самые веселые. Все сюда. Идите. Хорош. Да, давайте здесь кружок, большой круг, красивый, все-все-все в круг встанем. Последний я с вами. За ручки беремся, давайте круг большой-большой, раздвигаемся, раздвигаемся, чтобы много-много гостей поместилось сюда. Берем себе за ручки, еще кто к нам идет? С дальних столов присоединяйтесь к нам скорее, давайте пустим еще новых-новых людей. Ручки можно опустить, за ручки браться не обязательно, они нам сейчас не понадобятся. Так, ну что, кто-нибудь еще придет к нам сюда, смелые есть? Иди, друг, ну давай, один от всего стола, самый смельчак, иди. Не страшно, правда не страшно. Дед Кил поднимать не будет сегодня, выходи, бояться нечего. Опасность миновала. А? Выходи к нам скорее. А девочки как расстроились. Какой тупой гоблин. Ну, как знать, сквозняк он такой. Подлец. Молодец, за весь стол один делегат. Друзья мои, дедушка привез нам волшебный мешок. Ведь, друзья, давайте признаемся, что все-таки Новый год – это тот праздник, от которого мы ждем чудес. Даже взрослые тети и дяди, все мы ждем чудеса. Под мой город мы загадываем желания, искренне верим, что ничего не делая, а они все равно исполнятся. Ну а в какой еще праздник-то в это верить? Только в Новый год. И вот мешок у нас тоже, тут полны-полно чудес. Как я вам сейчас это легко очень докажу? Сейчас под музыку вы будете этот мешочек друг другу передавать. На ком музыка оборвется, тот не глядя достает нечто волшебное из мешка и превращается из обычного гостя в волшебного гостя. Ну что, готовы? Ты самый смелый, вижу, дружок. Начнем с себя. Ну что, готов? Давай нам громкую музыку. 3, 2, 1, поехали! Не глядя, только волшебство пугливое. Самое первое. Да ты у нас! Представитель живого мира! Надевай скорее, надевай, поднимайся ко мне на сцену. Ты у нас уже волшебная. Не, вперед мордашкой, давай вперед мордашкой, вот так, чтобы весело. Аплодисменты!